Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад. Продолжаю свою рубрику «Аквариумистика». И сегодня я вам расскажу, совсем вкратце покажу, расскажу про такую аквариумную рыбку. Называется это у нас скат мотора. Поехали! Ребята, перед тем, как начать рассказывать про данную рыбку, я бы хотел вам порекомендовать канал своего друга, товарища. Зовут его Алексей Часовников. На его канале вы сможете найти очень подробную информацию про аквариумных рыбок. У него есть такой плейлист, как «Аквариумные тропические рыбки», где он выкладывает видео аквариумных рыбок, рассказывает про их уход, содержание, в общем, про запуск аквариума. Такой плейлист, как «Подводные джунгли», Алексей выкладывает видео про аквариумные растения, также про уход, про содержание. Также у него есть плейлист «Вкусные рецепты» от Ксюши, где Алексей вместе с супругой выкладывает очень вкусные рецепты. А также у него есть офигительный плейлист про бани с Новосибирска. Этот плейлист, я думаю, больше будет актуален людям, кто живет в городе Новосибирске, где он делает обзоры на бани в Новосибирске, рассказывает ценники, где бассейн, где находится. В общем, ребят, я думаю, вы для себя найдете обязательно что-то интересное. Ссылка будет в описании. Смотрите. Ну а мы продолжим. Ребята, сразу хочу вам сказать, что этот скат пресноводный и он не бьется током. Сзади на хвосте у него есть шип, которым он защищается. Если этим шипом в руку попадет вам, то, конечно, вам не вздобровать. Это очень болезненно. У него там присутствуют ядовитые вещества. Ну, по содержанию что можно сказать? Он любит мелкий грунт, либо песочек. Вот здесь у нас он сидит в песочке, так как они зарываются в песке. Они себя чувствуют очень комфортно, когда есть такой песок. Можно, конечно, там обложить по бокам камушки, но самое главное, чтобы центр аквариума был песок. Также, ну, все в зависимости, конечно, от объема аквариума. Вообще, его желательно, если вы хотите, чтобы он вырос до максимального размера, литров, ну, 300-400, я думаю, это будет минимум, чтобы он себя чувствовал более комфортно. А вырасти он может в диаметром в районе 40 сантиметров. Длина вместе с хвостом может достигать до метра. По температуре содержания средняя температурка 23-25 градусов. Вообще много разногласий. Вот, читал много статей про данную рыбку. И в большинстве случаев информация разная. Вот у нас в данном магазине здесь скат сидел при температуре 26-27 градусов. Чувствовал себя вполне комфортно. По питанию мы здесь даем ему мороженых креветок. Ну, изначально, конечно, мы их размораживаем и бросаем, они падают на дно, и он их с удовольствием ест. Обязательно нужна хорошая фильтрация. В идеале ставить какой-нибудь биофильтр. Хорошая аэрация, еженедельная подмена воды в районе 20-30%. По уживаемости с другими рыбками, ну, нужно садить таких рыбок не мелких, чтобы ему не влезли они в пасть, так как если какого-нибудь маленького сомика крапчатого посадите, то, конечно же, он его съест. А с такими рыбами, допустим, как с дискусами, со скаляриями, они уживаются достаточно хорошо. Единственное по температуре от содержания, то что дискусов рекомендуют в более теплой воде содержать, чем скатов. А так вот скалярии, они будут хорошо жить. Ну вот, ребята, в общем, я вам совсем вкратце про данную рыбку рассказал, так как информации я о ней владею не слишком много. Ребят, эта рубрика у меня будет обязательно продолжаться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше будет видео. До новых встреч, до новых видюх. Не забудьте прокомментировать. Всем пока-пока.